В общем, сегодня мы хотим сходить на вакцинацию. Для этого нам нужно, во-первых, сходить за талончик. Он находится возле нашего дома. Вот. Ну, в общем, я сейчас покажу, как этот процесс будет происходить. Пришли записываться на вакцинацию. Вот нас записывают, взяли паспорта, паспортные данные, пишут время, когда можно прийти. Вот так выглядит. Сейчас просто обед, 12 часов, все поуходили, но вот здесь регистрируют людей на вакцинацию, дают талончики и отправляют. Система очень простая. Заходишь, показываешь зеленый код, сканируют твой телефон, чтобы ты не был 2 недели находился на этом месте, никуда не выезжал, и потом записывают тебя на регистрацию. Тигуан, наверное. Все, мы сходили, показали паспорта, нам дали вот такие две, покажи. Наши билетики для вакцинации. Да, на вакцинацию, и все, мы туда сходим. Поэтому... Так, и получается, нам назначено на сегодня, на вот написано время, место, и все, и мы туда сегодня пойдем. Выглядит это вот так. Вот такие центры. Это от нашего жилого комплекса центр регистрации на вакцинацию. Вот, в принципе, все очень быстро и просто. Ну так. Солнце только не жарит. Будем надеяться, что нас не намочит дождик. По пути на... Ну что, на вакцинацию. Вакцинацию. Но сначала на кофе. Сначала на кофе, потом на вакцинацию. Вот. Я хочу посмотреть, насколько изменится состояние моей жены после вакцинации. Сейчас я говорю по-китайски. Ну... Не очень. Пойдет. Я не говорю почти. Ну, хуже. Да, хуже говорю. Нельзя говорить, что совсем не говорю. Вот. Если тебе говорят гамбоед уже. Вот. После того, как мы сделаем вакцину, посмотрим. Как мы заговорим. Сейчас я говорю. Вот так. Цинтиан. Момен яо чу. Нагди фан. Побуждала такая длинница. Ну все, идеально. Идеально. Как будет вакцина, я не знаю. Вакцина. Вакцина хоу. Хан и ся вомен за муян. Сензай вомен хай кэйд. Вот, сейчас мы идем в Гуюэ. Торговый центр. Покажем, как он выглядит. Потом пойдем на вакцину. Вакцина находится возле стадиона в парке. Все тоже рядышком. 5 минут от дома до торгового центра и минут 15 от торгового центра до вакцинации. Вакцинация 2 часа. Через... В общем, скоро. Покажем путь, как выглядит все это дело. Сегодня у нас юбилей. 24 число, полгода назад мы зарегистрировали наш брак. И поэтому это не просто какой-то день, а ее... Семейный большой праздник. Да. Вот. И сегодня мы будем его как-нибудь отмечать. Как-то. На вакцину идем. Вот. Идем на вакцину. Потом надеемся, что начнем говорить с друг другом по-китайски. Но это не точно. Давай лучше скажи что-нибудь для блога. Сказать что-нибудь для блога? Да, мы пришли... Мы пришли в Starbucks, заказали. Я заказала себе wrap, chicken classic wrap. А Паша заказал себе рогалик. Взяли латте, один на до двоих большой. Сейчас подвинься и кофе попьем. Не твой? Вот, из-за того, что день у нас выходной, мы пришли в кафе и решили немножко посидеть в кафе перед вакцинацией. Сейчас покажу, что заказали.
Ну давай показывай, что нам принесли. Он горячий, еще принесли. Это такой салат большой. Горячий. Тут у нас два chicken Caesar wrap. Что за рэп? Рэп. А это твой рогалик. Или как его называют? Рогалик, да. Рогалик. Все. Ну давай. Все, приятного нам аппетита. Какая смешная машинка, да? Какая-то странная. В середине... А, это протестная, да? Наверное. Наверное, для заправки электрическая. Ну, машинка электрическая, да? Какая шкодная. Хотела бы такую машинку? Да, хотела бы. Я, чтобы научиться ездить, хотела бы сначала вот такую маленькую. А потом уже брать... Не-не-не, чтобы научиться ездить, нужно купить копейку или семерку. Не, я хочу вот такую. Ну? Чтобы она компактная, чтобы я ее чувствовала, габариты. Ну, он такой супер слабый. Моторчик. Такой. Даже трогаешь. А его можно открыть? Не знаю. Да. Спросили, сколько стоит. Может, она стоит там 20 тысяч всего. Не, ради интереса. Они же говорили, типа, это недорого. Вот у этого стоил 50-60 у Гриши. А это, мне кажется, вообще дешево будет стоить. 30 000, как думаешь? Это Джиянг. Это Джиянг. Это Джиянг. Это Джиянг. Это Джиянг. Это Джиянг. Это на сколько заряда, да, хватит, наверное? Это Джиянг. 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 Это 是按一下就哦哦啊 то есть тут можно и вот тут заезжать и тут да 为什么两个这个是两个做的吗？因为这个是一个是交流电，一个直流电，一个是 типа от зарядки 在家里充电，对对对，家里和外面。嗯哼哼哼，好，прикольно， слушай。 Нормально, 700 тысяч рублей стоит такая машина. Так это вообще не так. Электрическая. Ну, короче, если уж на то пошло, получается, 700 тысяч рублей стоит вот эта машина с зарядом на 300 километров электрического заряда достаточно будет проехать. Вот она такая небольшая. Ну, нормальная. Единственное, место только не будет сзади. Я так хочу машину сейчас, я не знаю, зачем она мне нужна. Ну, как я хочу мотоцикл. Ну ладно, сиси. Чего есть? Типа, как там получить права? Типа, зачем они тебе? А посмотрели машину, маленькую электрическую. И захотелось машину. Захотелось машину, да. Так, ну а так мы идем из... Прививаться, да, вышли из кофе Терри, идем на прививку. Thank you.
Вот, смотрите. Можно... Ань, давайте такую машину электрическую маленькую, как наша окушка. Вот одна. А вон вторая. Зеленый номер означает, что машина электрическая. Вот, собственно, мы подходим к вакцинации. Вот, прошли на вакцинацию. Нас зачекали. Сейчас вот паспорт и талончик. Как ты себя чувствуешь? Замечательно. Мне очень нравится, как все организовано. Все очень быстро, четко. Нас записали, спросили все данные. Вот и мы здесь. Замечательно. Ну что? Все что ли? Халама? Окей. О, там пойдет. Держи. Сейчас. Выглядит это вот так. Вот дают такую бумажку, когда прошел вакцину. И здесь время 15:09. И через полчаса, когда будешь выходить, охранник посверяет тебе вот там время, и ты идешь домой во своясь. Так мы и сделали вакцину. Сидим, ждем положенные полчаса. Кино, вон время, плакат и куча народа. Все, мы вышли, привились. Вот, и прививаются все подряд, даже пенсионеры. Ну вот. Вот перед нами дедушка, ему лет 150, наверное, или 120. Больше 70 ему явно. Вот, и он тоже привился. Привился, ребенок какой-то привился. Ага. Да, вот там как бы пишут время, потом ты проходишь в зал ожидания, дежурит карета скорой помощи на случай всяких внезапных. Как-то так. Ну как, тебе понравилось? Да, мне все понравилось, все организовано, все очень быстро прошло. Ребята помогают, все сотрудники помогают, и это не из-за того, что мы иностранцы. Все, ну, всем помогают, все объясняют. Все быстро делают, все приветливые. Вот. Лайкос. Начал записывать, давай. Вот, вакцинировалась. Покажи. Я не верю тебе, не укололи. Ну, вот, красная маленькая. Не вижу. Вот. Ну, чувствую себя хорошо. Прошло полчаса. Ну, круто. Ну, все, пошли. Все, успел заснять ключи. Вот так, кстати, модно в Китае носить ключи. Вот. Сзади связка всех ключей на поясе. Очень удобно. Чем больше ключей там, тем круче.
Такая статуя мальчишек, которые как будто бы смотрят в телефон или что-то нашли, вот лица нам показывает. Ну что, заказываю вон одну утку. Итак, мы заказали утку по-пекински. Заказали целую утку, принесли по половинке. Тут половина утки, тут другая половинка. Что входит в состав утки? Это лук и огурцы. Перчатки, скорее всего. Лук и огурцы. Это соус. Это что-то наподобие хлеба. Блинчиков, да. Тонкие. Рисовые, типа блинчики. Это чили. Все падает. Угу. Вот здесь сама утка. Вот такая. Угу. Она порезанная. А вот тут остатки утки. Ее пожарили вот в этом. Во фритюре. Во фритюре. Я не знаю, там добавили что-то или нет. С приправами, скорее всего. Вот. Добавили. А вторая такая же будет. Еще не слушай. Угу. Ну вот, показываю на камеру. Как же собирать? Берешь одну лепешку. Она такая тонкая, но очень тонкая. Такая. Может, даже рисовая посмотреть. Лепешка, ага. Берешь. Нет, да, чопстиков. Вот, берешь мясо. Уточку. Так вот. Чтобы вкуснее было, можно две. Так, два кусочка. Чтобы еще вкуснее, три. Вот, добавляешь лук и огурцы. Пускай будет вот так. Такая своего рода шаурма. Так, ну ладно, давай это вилкой. Добавляем соус. Ложку бы, конечно. А вот дай, пожалуйста, вот тут вилка одноразовая внизу. Густой соус прилипли. Тоже ничего. Добавляешь соус. У нас вместо этого в России майонез. Шаурме или сметана. Так вот. Потом все это сворачиваешь. Просто кушаешь. Пробуй ты. Ну, съешь. Не-не, давай ты первый и расскажешь. Вкусно. Ну все, теперь я попробую. Так что вот так как-то выглядит утка по-пекински.